Всем привет! Мы снова выехали в регион, в котором сильно больше снега, чем в Москве. Сейчас мы в Кировске и тестируем лыжи 2021-2022 года. У меня в руках «Армада». Привыкайте к этому названию в мире трассовых универсалов. Видимо, они пришли сюда всерьез надолго. Это «Армада Declivity 82 Ti». Это трассовый универсал, стали 82, соответственно, полностью деревянным сердечником и усилением листом титанала. «Армада», в принципе, всегда делала очень интересные лыжи, и данные лыжи не исключение. Они появились в прошлом году и с самого начала заявили о себе достаточно громко. Эта модель закончилась у нас в магазине очень быстро. И я понял, что явно недооценил количество штучек, которые надо заказывать в этой модели. Что получилось? Это трассовый универсал с несколько другим подходом к трассе, нежели чем у других производителей. Достаточно длинный рокер, хороший крепкий скользяк, быстрый, толстые канты и особая магия фирмы «Армада» в плане жесткости. То есть лыжа достаточно мягкая в мыске, но при этом абсолютно держащая на сложных ледовых склонах. Мысочек мягкий, середина более жесткая и пятка достаточно тоже упругая. Конструкция сэндвич с вертикальными боковыми стенками, усилена титаналом. Особенность усиления титаналом здесь заключается в том, что титанал разрезан в передней части и разрез заполнен эластомером. Имеет продольную эластичность и смягчена здесь торсионная жесткость в начале лыжи, дает возможность легкого входа. Лыжа цепкая, когда ты поставил ее уже на кант, но не строгая в ведении. Пятка имеет небольшой загиб, но это я бы не назвал рокером, но небольшой загиб, что позволяет комфортно сдвигать, сбрасывать пятки по необходимости, когда ты вырезаешь и нужно укоротить поворот, перейти в короткий поворот, соскальзывание, очень легко, комфортный переход. Очень мало трассовых универсалов позволяет уверенно чувствовать себя при каких-то небольших или, может быть, даже средних прыжках. А «Армаде» удалось сделать очень упругую пятку, которая при этом абсолютно не мешает на трассе и дает достаточно хорошее уверенное приземление. Если хотите немного хулиганить и кататься достаточно быстро и агрессивно, то выбирайте Declivity в больших ростовках, которые будут прощать вам некоторые ошибки на приземлениях. Но все еще останется управляемой лыжей с средним радиусом поворота, причем которая позволит вам кататься не только в свежем снегу, но и на разбитых трассах. И таким образом закроет очень широкий диапазон условий на склоне. Если брать одну пару и не знать точного прогноза, а точного прогноза мы никогда знать не можем, он может измениться в течение нескольких дней, погода текущая об этом нам напоминает, то это очень хороший выбор. Сделали изменения в сердечнике. В том году они говорили, что это чистый павлониевый сердечник, а в этом году, что это тополи павлония. Не знаю, насколько это правда, но лыжи ощущаются на ногах также. Ищите данную модель и также множество других трассовых универсалов в магазине «Спортмарафон» на улице Айкина, 4.